Привет, ребятки! Итак, ученики отрабатывают ударные техники на своем тренере. Ну давай, начнем там с ППС, КПС. Сейчас, для начала вибрации мы прогреем спину, чтобы немножко расшатали. Ну давай, да, хорошо. Прям посильнее может быть. Давай, давай, мочи его! Нам? Да. Я всегда говорю, отличаюсь умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Слушай, да мне можно будет сейчас озвучивать. Умом и сообразительностью. Все. В ритм вошел, попал, хорошо. А, ты же барабанщик, слушай. Так. Представь, что я барабан любимый. С музыкой. Да, вот это... КПС нашел вас? Да-да-да, это КПС. Крестцово-подвздошный сустав. Да, ну вас уже будет, конечно, жестко пробивать. Да-да-да, прям уже жестко. Ты через большой палец? Сейчас, да. Да, сейчас... можно через... О! Сори. Нормально, нормально. Хорошо. Хорошо, я снова. Давай. Это ты уже ППС ищешь, да? Да-да-да, вот, правильно. Это пояснично-подвздошный сустав. Через большой палец, да? Да-да-да-да. Но тут как бы своими нежными детскими пальчиками всего не пробью. Попробуй. О! Прям ток может пробивает на самом деле. Ну, и потом, если хочешь, хлопцом можно. Сейчас все будет. Такая репетиция. Отлично. Попадаешь под четко, да. Так. Не-не-не-не, это на кость попал. Смотри. Вот острие локтя. Ты прям туда впиваешься в ППС. А, прям острием? Да, прям острием. А вот этой частью, вот этой тупой, вот это уже когда бьешь по самому тазу. А, я вас понял. Ближе к позвоночнику прям. Вот где-то здесь. Ну, вот такая прям. Ближе скатился, видишь? Ближе к позвоночнику, ближе. Во, вот тут, да. Тогда попал. Только на соскользни. И кулаком. Ой, соскользнул. Ага. И кулаком? Да, кулаком прям бьет по своему кулаку. Нормально? Да, ты же показываешь опять. Прямо, ну, может, ну, повыше чуть поставить. И ближе к позвоночнику. Ближе к позвоночнику. Так я, по-моему, вообще не ближе. Вот тут где-то, да, вот тут. А, вот оно что. То есть, да. Получается, прямо на позвоночник соскакиваешь? Вот, да, прямо соскакиваешь к позвоночнику, вот тут, да. Там же сустав вообще 2-3 сантиметра. Во, сейчас попал. Все, я понял. И под углом к копчику. Направление. Чуть-чуть. Так, чтобы не соскользнуть. Так, сейчас. Ну, видишь, везде важны нюансы. Ну, конечно, не в ту сторону таз уедет. Так, окей? Что-то я не понял. Да-да, пока нормально, давай. О, хорошо, давай. Все, понял. Да, угол немножко к копчику направляешь, чтобы не соскользнуть. Во, попал, попал, попал. Yes. Да-да-да. Попал, да, да. Попал. Да хорошо. Не, у меня просто глаз. Ладно. Вот. Четко. Живо-здорово? Вообще отлично. Бежим, отдыхаем. Отдыхаю. По тазу, да. Да, по тазу еще. Так, сейчас. Так, чтобы грохот стоял. Так не больно? Нет, пока, но я не могу понять, когда ты попал. Ну давай, попробуй. По-моему, не скала, ты выше. Кожаную складочку сделай сверху. Чуть-чуть. В эту точку, да, только сверху нажми. Вот отсюда, да. Во. Так. И поглубже, поглубже прям. Во-во-во. О, сейчас хорошо. Нормально? Давай-давай, бей. То, что надо. Ага. Он не дошло.
Ну и ниже там несколько. А, вот он у вас. Вот, все, вот понял. Таз, ага. Да, он же выше, да, вот он. У вас еще промеет надо. Да, а тут по направлению к пяткам. Угу. Нормально? О, да, нормально. Угу. О, вот это ес. Угу. Вот ну это да. Прям по-настоящему. Офигеть, ну там. Ты понял? Не все просто у вас. Прям да. Таз сдвигается. Фу. Так, давайте с этой стороны. Обходить не обязательно. Да не, в вашем случае обязательно. Тяжелый случай. Ну такой, не самый простой, скажу так. Низковато выше ставь. Угу. Сейчас. Да не надо там упираться никуда. Тут чуть выше на сантиметр. Во, вот тут, вот тут. Во. Так. Что, готово? Да. Хорошо, хорошо. Нормально? Нормально. Да. И спускайся так пониже чуть-чуть. 3-4 точки там таких. Найди. Ой, соскользнул. Соскользнул? Да, чуть-чуть выше бери. Через складочку кожаную. Вот так вот, да. Угу. Угу. И пониже. Сейчас соскользнем выше. Бери. Вот отсюда, да. Ага, то есть получается мы не выходим за эту область. Этих мышц, да? Квадратных? Ну как не выходим? Можно выйти. Просто я не понимаю, куда ты вот острие деваешь. Внутрь, что ли, направляешь его? Ну оно там уходит далеко, да. Но чтобы острие мне упираться в кость. Тебе надо вот этой частью упираться. Какой? Вот этой. Ну да, да, идет. Сначала острие как бы втыкаю. Можешь ты, а локоть у тебя, а кулак практически горизонтально должен быть. Угу, ну примерно так, да. Да? Угу. Ну нормально, давай тогда. Так, сейчас. Соскользнул все равно. Соскользнул? Ну, чуть выше, вот разбил складочку такую раз, и через нее, во, отсюда. Ай. Походу надо будет перебить. Перебей. Я все сцеплю. Все, понял. Эта модель стерпит все. Так. Ой, нормально? Да, нормально, хорошо. Все, я понял, все, я вас не мучаю, все, понял, о какой складке идет речь. Да, я напрямую опирался на него. Ну, да, еще сверху загибай вот эту вот. Окей, окей. Да, тут еще загнать. Эти викинги прошли еще и не такие испытания. А если вы не с нами, то много теряете. Вам надо быть здесь. Ну, хотя бы поставьте колокольчик и лайки нам. И комментарии с вас, конечно. До новых встреч, друзья. Так, это мы раздвигаем позвонки, да? Угу. Позвоночный столб. Угу. Угу. Так, всю ладонь, правильно, мать? Давай упор, или только пальцы? Ну, как бы ладонь это воздушная подушка. Uh-huh. А держишь двумя пальцами, либо вот тремя вот так вот придерживаешь, прям артисты. И там долго не надо искать. Они через каждые расстояние, через каждые два пальца идут, так что просто даже через один пальчик переставляй просто и все, попадаешь. Угу. Больно? Ну, что, там ты много что ли попался? Нет. Нормально, да. Ну, все это правильно идет, да. Ну, это, видимо, для таких людей, как я. Не, ну слабовато. Это, да, это детский сад, конечно. Да, можешь прям тогда через палец. Так, бей. Ладно. Тогда пошли другие орудия в ход. Самурайские. Угу. А, ты хочешь вдоль? Ну, давай вдоль. Да, конечно. Не больно ничего? Вообще не больно, вот туда ты бьешь под углом, да? Не совсем. А куда, вниз?
А вниз и к себе с какой-то. Нет, надо не к себе, надо прямо басисты и прямо в бок туда, чтобы он выравнивал. В сторону позвоночника? Да, в сторону позвоночника. Вот получается. Да, сильнее. Угу. Во, сейчас хорошо. Вот когда посильнее, да, тогда хорошо. Угу. Олег, мне кажется, он неправильно делает. Почему? Ты же туда бьешь? Не, мне... Он бьет прямо, а надо бить вот, под углом. Под углом надо бить. Под углом туда. Прямо вот. Чистые. Острый, острый угол выровнять. Делаешь. Так? Вот, да, вот так. Угу. 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 Да-да-да, вот сейчас хорошо. Ну и с другой стороны тоже. Угу. Мы же вгрызаемся, так и получается? Вгрызаемся и подбиваем. Да, вгрызаемся прям в остистые. Угу. Прикольно, да, тема с этим? Да, причем... вообще необычно, да. Вы тоже, когда мне сделали, я думал, блин, сейчас типа офигею, а нет. Угу. Да, вот если там с такой силой нормально, если ты в два раза усилишь, то уже будет больно. Угу. А, подожди, а поперек ты не ставил? Поперек ты ставил, так? Ну, давайте. То есть прям в ямочку между позвонками находишь ямочку. Угу. И от потом... какого? От 10-го? Да, может, пониже, от любого. Вот отсюда где-нибудь. Вот, и пробиваешь вперед и вниз под 45 угу. градусов. Вот, да, получается? Да, да, да. Нормально? Да. Может сильнее? Можно сильнее. Угу. Ну, только чтобы не соскальзывал. Ну, конечно. Во, сейчас хорошо. Сильнее? Чуть-чуть много сильнее, так нормально. Угу. Ой! Не прямо, под углом, под углом. Олег, я тебя не спрашивал. И Андрей. Андрей, какая разница? Вот туда, под углом, вот так. Успокойся ты, Юрий, чё? Да не, просто не заёбывай меня, ладно? Договорились? Да. Так, здесь у нас уже начинаются такие, с выступом. Да нормально. Поаккуратней? Хорошо. Нет, так же. Нормально? Да. Может сильнее? Ну попробуй. Вот, все, все. Все, да? Это уже максимальная сила, mm-hmm. больше не надо. Mm-hmm. Так же, полегче. Нормально? Все, 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 сильнее не надо. Сильнее, ну да, вот я и говорю. Тут током пробивают. Mm-hmm. Все. Mm-hmm. Так, это уже седьмой пошел. Его мы уже плашмей, наверное. Давайте плашмей, скажете. Ну, давай плашмей. Нормально? Все, не надо больше. Угу. Ну, дальше как-то немножко страшновато, а так, в принципе, если легонечко, то можно. Так, все, подготовили спину, да? Угу. Что, разогрелись? Ну да, что хотели. Да, вообще отлично. Угу. И красный там, да, наверное? Нет, нет, нет. Да? Ну, теперь что, начинаем кожу выдергивать. Я все включаю видео. Погнали. Да, ладно, оставь. Через простым же будет, да? Конечно, но мы же его дергаем. Да, шов вот этот тогда вот убери. С этих. Вот этот вот. И через простым. А, да. Ну и начинаем дальше выдергивать позвонки за кожу. Там КПС, ППС тоже подергаем. Так, давайте мы лучше вас сначала накроем, подготовим. И вот сейчас... запишем нормальный видос, да, без комментариев, без лишних, без всего.
Так, хаюшки, ребятки, вот меня уже подготовили, простучали спину, растерли, согрели, и теперь начинается правка за кожу. Будем выдергивать позвонки и суставы ППС и КПС за кожу. Я готов. Угу. Вытерплю все. Угу. Обещаю. Начнем с поясничного, дойдем до копчика, пойдем наверх. Да, сначала до копчика. Угу. Вот эти вот L5S1. Ух, ничего себе. Это 3 или 4 был. Вот тут идет, да, 5S1. Угу. Смотри, если так не дергается, то... Вообще не дергается. С упором в тело. Это первый раз, когда она не дергается. Нормально там у меня все отрывается. Ну так. Да-да, хорошо. Угу. Так, и так до самого копчика. Да. Вот чуть посильнее. Угу. Угу. Получилось, не получилось? Получилось. Правильно зажал? Ну, как-то соскользнул немножко. Соскользнул. Правильно, да, угу. Соскользнул. Так, давайте еще раз. Там прям хочется, чтобы что-то дёрнулось. Угу. Да. Хорошо. Ну, раз не получается, значит, вышили. Угу. Вот, вот, давай. Так нормально, мне кажется, да? Да, да, вот так нормально. Так, сейчас. Выдергиваем копчик. О, хорошо. Угу. Фу. Так. Ну и по КПС теперь идёшь вверх там. Угу. 1 на КПС, ФПС с двух сторон. Угу. 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 Ищем ППС теперь. Да, ну можно порезче. Можно даже 2-3 раза так порезче. Угу. Окей. Еще два. Угу. Чаще. Угу. 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 И слева тоже. Здесь еще, да? Это право. Слева. Ой. Да. Чуть-чуть. Да, вот тут. Угу. Прям несколько раз можешь так. О! Вот так вот, да, вот. Отлично. Угу. Все, можно по всему позвонку, позвоночку пройти сверху. Потом просто снимем, что покажет красные следы на мне. А вряд ли они будут. Надо же. Больно? Нормально. Нормально. Ну там капилляры лопаются. Чувствую. Угу. Так, ну все, дальше у вас уже не возьмешь. Не возьмешь, да? Нет. Ну где прям поперечный можно взять? Ну, как сказать, вряд ли. Да. Попробуйте руки вдоль тела положить. Ну где берется? Так, у меня для вас, ну, наверное, даже хорошие новости. Нигде не берутся. Вообще никак. Тоже есть только в каждую сторону отдельно. Угу. Сори. Так. Не-не, расслабь спину. Я же так соскочу тогда. Больше угол в бок. По диагонали от себя? От себя, да, просто рядом со сиськами становишься чуть-чуть как бы больновато. Mm-hmm. Вот туда, да. Mm-hmm. Там почки. Mm-hmm. Давайте с другой стороны. Тоже вас побью в эту сторону.
А тут не все так просто. Ты же ехал, первый раз попал. Вот тут, вот тут. Ага, давай. Как? Да нормально, и отлично, со мной так и надо. Ой, ребятки, дальше мы уходим в глубокие мануальные затяжные техники, так что с вами сейчас прощаюсь. Это секретная часть, вам лучше быть здесь, чтобы все понятно себе и на живой натуре. И с новыми знаниями в путь, в работу. До новых встреч, друзья. Пока.